День спасателя – профессиональный праздник тех, кто, несмотря ни на что, всегда приходит на помощь. Ликвидируя последствия чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий или природных катаклизмов, они спасают жизни людей, подставляя под удар своим. Спустя многие десятилетия профессия спасателя остается одной из самых благородных и незаменимых в нашем обществе. Ведь какая бы ни приключилась беда, первыми на помощь приходят именно спасатели. А чтобы их работа была не только быстрой, но и еще более качественной, подразделения МЧС Брестской области были переданы ключи от 5 новых пожарных автоцистерн. Мы пополнили парк автотехники, пополнили парк квадрокоптеров. Мы сегодня готовы к выполнению задач по предназначению, по обеспечению безопасности жизнедеятельности наших граждан. Техника, 5 автоцистерн приобретены за счет областного бюджета, будут вручены лучшим подразделениям. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя, прошло в областном общественно-культурном центре. В числе главных участников торжества – работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Брещины, ветераны службы и юные спасатели. Поздравить всех причастных к этому празднику пришел председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Сегодня 25 лет, четверть века, как утверждена наша спасательная служба. Что такое спасательная служба? В первую очередь, это, наверное, повседневная работа для тех людей, которые дали клятву и присягнули, наверное, своей службе. С другой стороны, это каждый выезд, это непредвиденная ситуация. И, конечно, это, наверное, в конечном итоге, когда мы ликвидируем последствия от пожара до стихийных бедствий, несчастья на дороге, это маленький героизм, которую вы живете повседневной службой, повседневными днями и готовы в любую минуту оказать ту посильную помощь, которую вы сегодня можете. Я горд то, что сегодня брестские спасатели одни из самых лучших. Я искренне вас благодарю за службу. Во время торжественной церемонии награждения, помимо грамот и благодарности, лучшим работникам МЧС были вручены ключи от арендного жилья. В арендном жилье есть необходимость, потому что своего жилья как бы нету. Жили то на съемных квартирах, тут уже получили арендное жилье. Это прекрасно. Одно из радостных событий сегодняшнего дня в честь Дня спасателей. Получили жилье. Отлично. Службу МЧС выбрал случайно. Ну, так получилось. Случайно. Поступил не с первого раза. Очень хотелось, когда выбрал. Но поступил через 3 года после того, как решил сделать этот шаг. Если честно, это вообще сюрприз. Я до сегодняшнего дня, можно сказать, не знал об этом. Поэтому очень приятно и неожиданно, правда. Для истории временной промежуток в 25 лет всего лишь миг, но для спасателей это длинный путь бескомпромиссной борьбы за жизни людей. Вместе со спасателями этот праздник отмечают родные и близкие люди, потому что каждый день они ждут их домой целыми и невредимыми, а их поддержка и опора всегда была, есть и будет той самой основой для подвигов и достижений. Несмотря на то, что иногда бывает сложно. Сложно и ответственно, это волнение. Всегда переживаешь за мужа, как он, где он, потому что бывают вызовы и ночью. Волнение, ответственно и престижно. Торжественное мероприятие по случаю Дня спасателей и 25-летия со дня образования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь завершилось праздничным концертом. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания АБУК ТВ.